Доброе, всем утро. Идем кормить наших собакинов. Здесь у собакины супчик, пельмешки, прочие мурашки отдельно. Посмотрим заодно погоду у нас. Снега нет. Так, минус 17. Минус 17. Да, ночью было холоднее, мураш. Сейчас. Сейчас кушать будешь. Будешь кушать. Доброе утро, Муракина. Иди хлебай. Доброе утро. Хлебай, Мураши. Хлебай. Доброе утро тебе. Ой, не моя. Ешь давай. Кушай. Там все тепленькое, доставай. Давай ешь. А кто все замерзает? Кушай давай. Кушай, не отвлекаю тебя. Но. Ой, ты моя. Утюлютю. Ну, ладно. Надо идти большую кормить. Ага. Тоже подогрел. Большой отдельно. Каша, куриные головы. С одной стороны, хорошо, что снега нету. А с другой стороны, не очень. Да, сидишь, ждешь. Иди. Где? Блин, сосед растопился вонищу. Прям сюда тянет. Нет, чтобы ветер в другую сторону. Фу. Ешь давай, ешь. Волокай давай. Головки выбирает. Хитрая. Вылакаешь, тогда от головки будешь есть. Да? Ешь давай, ешь. Кушай, никого не слушай. Ешь, ешь, ешь. Ешь, ешь. Вытаскивай, ну. Лови, лови. Ешь, доча, ешь. Знаю, холодно, ешь. Холодно, а это еще не холодно. Так, ладно, попаем до дома. А ты что там скучишь, ешь давай. Так, у меня завтрак. Подогрел я два беляшика. Один, наверное, съем, посмотрим. Картошка оставалась. Отец начищает, что-то будет готовить. Картошку. Все, вчера готовил с этим. Запеканку с фаршем. С майонезом. Я это все разогрел в микроволновке. Кстати, еще у птичек не глядел. Что там у птичек? Своеобразный суклик сварим с баночки. Вот. Ты с печенью ментая хочешь? Хочу печень ментая и икры. Печеночка, если в ухе, вот ты уху готовишь. Ага, печеночка вообще классный суп получается уха. В ухе. А здесь без рыбы, без ничего, вот, на печеночке и икре своеобразный супок сделать, потому что печень вкусная и похлебка должна у нас пушинная быть вкусной. Кто-то писал, отдельно, если не с банки, а печень ментая не горчит, а с банки. С консервы есть немного
гоночь стоит. Угу. Кто-то, говорю, писал, отдельно вот печень ментая не горчит, а вот с консервы, когда вот ешь, открываешь, она чуть-чуть горчит. Ну, это, скорее всего, если горчит, то пленку не убирают, а вместе с пленкой ее перекручивают. А я выйду из положения, думаю, что это самое получится нормально. Вот. Я баночку возьму помидор, вот это вот, рассол, помидорный рассол. Вот налью помидорного рассола. Вот эту баночку я спускать не так буду сразу, что бьюшку вот это вот ушицы, а ее размешаю вот это вот в помидорном соку вот это вот и жиденькую добавлю. То есть нейтрализовать должна, если будет горечь. Вот. А горечь я не знаю, но видишь, кому-то и, как сказать, кто-то ощущает горечь, а кто-то не ощущает. Тем более приправки добавлю, сглажу это положение. Думаю, и ты бы не сказал, и никто не заметил, что горечь. Вот. Попробую. Ну, где-то вот таким образом. Еще добавлю я туда, наверное, с горсточку дробленого пшена, как ячки или сечки, что-нибудь вот такое вот. Горсточку. Да. Ну все, я поел, больше не лезет. Действительно, сейчас вот этот уберу. Этот. Картошку тоже. Ну, прям сильно жирное тоже не лезет. Оно все равно чувствуется, что маслянистое. Сейчас холодильник уберу. Кстати, беляш давал кошкам. Утром сегодня. Убираем вот это все. Холодильник. Сейчас вот этот. Так, сразу туда. Потому что жирновато. Смотрим, как всегда, телевизор, новости. Что происходит интересного в мире. Да, Гуська? Диеш, у тебя тоже беляш покрушенный, кстати. Тоже беляшек закрушенный. Сейчас я чашечку протру. Здесь стоит посуда чистая. Ну и все у нас. Вот такое утро. Гуся. Иди. Гуся. Иди. Гуся. Иди. Да, надо машинку стиральную выносить. На улицу буду сейчас. Что-то думать. Она нарисуется. Сейчас я прибавлю. Сейчас она сама прибежит. Гуська. Гуся! 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 Все. Ага, спалила. Ой, увидела. Ой, сколько там много птичек. Ой, боже мой. Птички. Это наши местные птички, Гуся. Наши местные, домашние еще. Местные и домашние. У нас тут живут воробьи. По-моему, там одна синичка была, да? Не знаю. Ну-ка. Одна там сидит на заборе. Да пусть птичка. Смотрит там, видишь, птичка появляется. Ей интересно смотреть. Там большая птичка. Что, птичка там какая? Большая такая. Ой. Птичка большая. Ну а что тебе? Ты все равно. Смотри, да смотри. Они еще и чирикают. Ты любишь такое дело? Ну, сорока же она трещит. Да, внимательно сидит. Так смотрит. Она сейчас не трещит, по-моему. А, хочется, да.
Хочется птичку. Она такая тяжелая, что там это ходуном ходит она. Нету птички, такая, видишь, нету. Хотя бы эту верхушку, что ли, я чем-нибудь еще забил таким нормальным. Вон синичка сидит, дочь, она забыла. А то смотри. Это уже трупля одна. Ах ты. Птичка. А, смотри, коровы. Коровы. Коровы, о. Коровы. Птичку коровы. Ну, синички. Коровы. А? Кошачий телевизор. А? Смотри, наблюдай. Пойдешь ловить. Да, вон она. А, ну, она еще мякает у нас, кошка сидит и мякает. Она когда видит, она, мякает. Да, мыркает. Мыркает, смотрит. Мыркает или мякает ли. Ну, сейчас маркает сидит. Лови, лови. Только не прыгай. Нет. Хочется, я знаю, птичку, хочется. Ага. Хочется птичку. Синички там. Хочется. Птичку хочется? Конечно, хочется тоже. Летающие птички. Надо любить наверху, там что-то еще прибить, что ли, там вся это уже. Вот. Все, нету, не смотри. Ну все. Все поглядела. Ну, там уже темно, видишь как. Довольная? Быся. Довольная? А нету больше. Нету, Быся, нету. Улетели нету. Все птички. Все улетели птички. А, любит смотреть. Отец варил супец. Как супец? Ой, сейчас подожди. Ребята, девчата, зашло вообще. Вкуснота такая. И вот серого хлеба, что-то это самое, не стал сухарики доставать, все. А что-то решил с хлебушком вот таким вот. Я достал кусочек и вот наломал, чтобы вкуснее было. Вот. Понятно, сейчас мамка будет вкуснее. Кушать. Супер. И получался, вот смотрите, картошка, почему она вот, ну уха есть уха, она... вот, взял, чтоб картошку. Картошка была составная. И морковочка тут, лучок вон. Вот. Все, как надо. Это самое. И в бульоне, в общем, крупа она здесь это. Ну, все равно не жидкая такая вот. Ну, вкуснота. Вот. Ну. И язык проглотил. Понятно. Вкусно вот так вот. Короче, прикатил я поводу. У нас вообще обещают морозы. Тридцатка и ниже. Сейчас минус 20 доходит. Решил я все-таки водички набрать. Пока и снега нету, ничего нету. Раскатались, прямо же вдвоем. С мамулей сегодня ругались, кстати, кто не знает, ругались сегодня с мамой. Она, что-то у нее в последнее время перепады настроения. Она то на отца кричит, то на меня кричит. Говорю, мам, успокойся. Все, она говорит, сниматься не буду. Хватит с нее. Дайте ей покоя. Хотя она это и так сидит, сериалы смотрит, да и все. И это. Вообще ничего не хочу. У нее, кстати, настроение поменялось после вот в конце сентября. Настроение переменялось сильно. Она еще смотрит эти новости все. Там мозгопромывальня идет.
психует, психует. Другая бы радовалась, ё-моё. Никто не пьет, сидит спокойно себе, живет. Хобби нету никакого. Нет. Серпады, короче, у него. Настроение. Не знаю, так что будет, она не будет сниматься. Ну, не будет. Как говорится, флаг в руки. Претензии, претензии вечно. Так, что? Претензии, претензии, претензии. Действительно, другая бы радовалась. Живешь спокойно себе и живи. Нет, все какие-то эти заморочки. Так, надо еще, наверное, в магазин сходить, за хлебом схожу. А, чувствуется морозец. Кстати, снега нету, а мороз стоит. Как многие заметили, ой, снега нету, а мороз стоит. Потом еще снег понавалит. Скажешь маме, пей успокоительные. Ну вот вообще какие-то успокоительные, пей, еще больше разорвется. Ой, блин. Не, ну серьезно. Живи спокойно, нет, она орет, 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 сосом снимаем, она орет, 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 недовольна, недовольна, недовольна. Дай мы поснимаем спокойно с отцом. Не знаю, в общем. Может отойдет, может нет. Ну не отойдет. Как говорится, ее проблема. Вот так. И вот так. В общем, изменилось сильное настроение, поизменилось. Ладно, не буду переливать из пустого порожня туда-сюда. Набираем воду, катим до дома. Надо еще сходить хлеба взять, подымить взять. Достало, реально достало. Орёт на пустом месте. Ну, не знаю, если ролик посмотрит, еще орать будет. Блин. Как говорится, нет в жизни счастья. Так, сейчас все уже покачу. Блин, крышка замерзла. Кстати, как это горит крышку, берешь голой рукой и держишь, просто держишь. Чувствуется дубак. Ага, сейчас я подержу. Все, крышки замерзают. Печалька. Ой, примерзает. Уйду от вас. Вот все, что сегодня высказал. Уйду. Пойду жить к родственнице. Ну иди. Мы так прям с отцом и это кинули сразу. Мама, мама. Хочешь, иди. Тоже как это.
перепады. Сильные-сильные перепады пошли. Сильные. Меньше еще телевизор надо этот глядеть с турецкими сериалами. И вот эту политические новости эти, которые мозги промывают каждый день. Многие сейчас, наверное, уже и не смотрят их. Они моют мозги. Тем более таких зависимых женщин накручивают. Мозги промывают. Ладно, как-то так у нас, не знаю, будет мама. Отойдет, не отойдет, дальше сниматься или нет. Ну, не будет, что оставаться будет, я не знаю. Что с ней делать? Серьезно, без смеха. Без всего. Без смеха. В каждой избушке свои погремушки, как говорится. Так, ладно, не будем рассусоливаться. Идем тащим воду. Надо еще в магазин сбегать. Че, кошки, зима? Замерзли, Навик. Замерзли кошки. Замерзли кошки. Замерзли. Все. Вот такой клубочек у нас кошачий. Так, вот я пришел уже и по воду сходил и взял, бегал в магазин. Взял такое кофе. Самое дешевое выбрал. Все-таки еще есть. Оставить. Завтра я взял слоеное тесто, пресное, бездрожжевое слоеное. Завтра раскатаю. Также колбаску. Вот такая. Этот кусочек 149 рубликов. Очаковский сервелат. Так. Взял вот такой шоколад. Самый дешевый. Выбрать. Такой по 54 рубля, короче. Такой по 62. Экстра милк молочный. Мамуля, красотуля, нате вам шоколадку. А с мамулей, красотуля, мы сегодня повздорили немного. Мама сказала, что не будет сниматься, но думаю, отойдет. Отойдет, нормально будет. Короче, забрал на развес кошкам сосиску. Сосиски уберу в это, потому что у нас уже кончились. Вот такие сосиски по 202 рубля за килограмм. Уже сразу я уберу, чтобы они были, болтались. Взял как раз 20 яиц по 10 яиц. Блин, что-то я глядел, забыл. Да еще народ же приходит. Так, 6 пачек дымить взял по 135 рублей. По 89. Две вот таких молока взял. По 89. Кефира не было. Кефир отец заказывал. Не было кефира. Вот такое молоко. Так. Ну и оставшийся хлеб забрал. Какой был. Вот такой семечкой. Такой. Хлебушек. Так, такой и такой. В общем, 6 пачками сигарет вытянул ровно на 2020 рублей. Просто сигареты 6 пачек я не показываю, да, Буся? Мамулька, мир? Нету мира? Ты не будешь сниматься? Все? Не хочешь? Не хочу. А денежек не будет? Что? Печалька будет. Не хочет мама сниматься. Денежек нахуй не будет. Вот, бородатый будет у нас сниматься. Все. В общем, как-то так. Вот такой у нас вечер. Ладно. Пока-пока, короче. Прощай, мама. Мы тебя будем помнить. Помнить будем. Помните. Помните все тогда. Денег за ныне больше.